Москве, я думаю, я получил в 45-м году. Мой отец ездил в Москву и ездил в Троице-Сергиеву лавру. И как раз поднимали крест на Успенском соборе и на Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры сразу же после ее возвращения в церкви. Ну и вот это первое его впечатление, которое он рассказал, они как-то запали в памяти. Потом середины 50-х годов мы старались всегда ездить с родителями в Троице-Сергиевую лавру и посещали непременно Тихвинский храм в селе Алексеевском, где предел в честь Алексея Человека Божия, святого, в честь которого я был наречен в крещении. Мы прикладывались к тем святыням, которые были тогда в Москве. Храм Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Алексеевском, Богоявленский собор, где мощи святителя Алексея, митрополита Московского,